Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале «Голос Силиконовой долины» Светлана Портнова, и мы поговорим с вами сегодня об улыбке. Наверное, те из вас, которые наблюдают за моим блогом, уже слышали эту историю, но на всякий случай я повторюсь, потому что появляется много новых людей у нас на канале. Когда в 90-м году мы приехали в Америку, я не знаю, те из вас, кто помнит 90-е годы, в Москве была очень грустная ситуация, полки магазинов были пустые, люди ходили хмурые, озабоченные, совершенно непонятно, что было ожидать. И вот в таком состоянии общей напряженности мы приехали в Америку, и, соответственно, это было начало зимы, незнакомое место, темнело рано, машины у нас не было, это была буквально одна из первых недель нашего прибытия сюда. И за световое время дня нужно было успеть много вещей каких-то сделать. И самое главное, не потеряться, не заблудиться, доехать на общественном транспорте домой. И поэтому я была очень обременена своими мыслями по этому поводу. И шла по улице Маркет из какого-то общественного учреждения, понимая, что мне нужно еще сделать то-то, 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 сходить туда-то, туда-то, успеть вернуться, сесть на троллейбус, не перепутать, приехать домой, потому что когда темнеет и час пик проходит, то троллейбусы и автобусы в Сан-Франциско ходят плохо. И вот я шла таким боевым шагом, примерно так, как я шла по улице Горького в Москве, вся погруженная в свои мысли, за спиной у меня болталась сумка, и я вот только шла, была сконцентрирована, сфокусирована на себе. Вдруг навстречу мне идет большой черный человек, такой метра два ростом. Ну, я по привычке как-то съежилась, мы так это с опаской относились к черным людям, и тем более к таким большим, страшным. И я когда съежилась, а он поравнялся со мной и сказал «смайл». И вот этот смайл, он меня так растрогал вообще, потому что я себе представляю вот с его позиции, что у меня было нарисовано на лице, что он мне поравнялся со мной и сказал «смайл». И вот про этот смайл я и хочу поговорить. Дело в том, что мы недавно записывали видео про недостатки, которые мы видим здесь в американской жизни. И кто-то сказал, вот улыбки у американцев натянуты, они фальшивые, они не настоящие. Ну и давайте мы немножко так это обернемся к этим фальшивым, ненастоящим улыбкам. Опять же, нашу бытность жизни в бывшем Советском Союзе. Если человек встречался взглядом с другим человеком в общественном транспорте или в очереди, то кто-то из них отводил глаза. И, в принципе, на уровне языка животных, тот, кто отводит глаза, это у животных так тоже принято, да, он показывает, что он покоряется, что он не агрессивный, он отводит от себя, как бы он говорит, мне все равно, и отводит глаза в сторону. А тот, который более нахрапистый, он вот всех сверлит взглядом, и, наверное, вы с такими взглядами встречались. И очень часто в этом взгляде не чувствуется так особой доброты-то и доброжелательности. И все вот так вот понуро, кто встречается взглядом, его опускают глаза. В Советском Союзе не было принято улыбаться друг другу. Наоборот, была некоторая такая, я не хочу сказать враждебность, но была настороженность по отношению к другим людям. Поэтому взглядами старались не встречаться. Если случайно встретился, то отвел глаза в сторону и все, чтобы не нарываться. Потому что, не дай бог, нарвешься на хулиганов, и вот такой прямой взгляд глаза в глаза – это прямой вызов на агрессию на какую-то. И в животном мире то же самое. Вот, здесь в Америке, если в магазине случайно встретишься, вот, например, стоишь, разглядываешь кого-то, и вдруг он с тобой встретился глазами, он тебе в ответ улыбнется, и ты ему в ответ улыбнешься, и уже нету этой агрессивности, нету этой напряженности, и даже если эта улыбка не идет из глубины души, она носит чисто формальный характер, но тем не менее в мозг подаются сигналы от мускул лица, в мозг подаются сигналы о том, что человек улыбнулся, и мозг интенсивно начинает посылать сигналы во всякие органы, которые вырабатывают гормоны, и вырабатывают, ну, я не скажу, что гормон радости, да, но, во всяком случае, гормон хорошего настроения. И настроение человека улучшается. Получается такая вот интересная вещь, что вроде бы улыбка, может, и не настоящая, да, а удовлетворение какое-то человек получил. Ну, гораздо приятнее посмотреть на другого человека, который улыбнется в ответ, чем по сравнению с тем, как посмотришь на кого-то, и у него в глазах какая-то скрытая угроза, и никаких следов улыбки на лице нет. И, кроме того, мудрые люди говорят, улыбнись миру, и мир улыбнется в тебе.
Очень часто говорят, что люди, которые приезжают из Америки, из Израиля обратно в Россию, они ходят как полудурочные, ходят и всем улыбаешься. И им всем говорят, что улыбишься, мол, что улыбишься. А что улыбишься-то? Когда все нормально, человек улыбается, у него хорошее настроение. И это, поскольку это взаимообразный процесс, который происходит внутри в организме, то вы тем самым, улыбаясь, делаете хорошо себе, вы тем самым улучшаете свое настроение. И отсюда следует, что улыбаясь другим людям, вы автоматически дарите им улыбку, вы улучшаете их настроение тоже. То есть это вот такая улыбка, она является таким физиологическим фактором, который способен повлиять на наше психологическое состояние, улучшить настроение. И даже если человеку плохо очень, то я сама на себе пробовала, когда плохое настроение, очень грустно, и как-то совершенно смеяться и улыбаться нет никакого желания, нужно взять зеркало, подойти к нему, попробовать улыбнуться и подержать эту улыбку, пускай она будет натянута, это не имеет никакого значения, подержать эту улыбку какое-то время на лице. И вы удивитесь, но просто вот от этого простого упражнения настроение улучшается. Как-то действительно что-то в организме происходит, мы как бы не специалисты, чтобы рассуждать на эти темы, но что-то в организме происходит, и настроение улучшается, и обиды какие-то уходят, и становится приятнее. Я заметила еще по моим родителям, которые, ну, мы все в России, господи, естественно, собирались на кухнях и это самое, перечисляли недостатки, вот эти пустопорожние разговоры на кухне, это было отдушина, где люди выливали весь тот негатив, который у них накапливался за день. Когда мы приехали в Америку, и я пошла на работу, и с удивлением отметила, что вечером после работы и поговорить-то не о чем. Ничего плохого не случается. Что ты делал на работе? Ну, весь день работал, и все. Вот весь разговор. А в Советском Союзе мы приходили с работы, говорили, а он вот мне сказал то-то, а я в ответ ответила то-то, а я в ответ ответил то-то. И это был целый повод для разговоров. То есть люди в целом, они были измучены, они были под стрессом, они были в негативной среде. И эта негативная среда, для того, чтобы ее снять, нужно было этот негатив вылить на кого-то с тем, чтобы получить себе какую-то компенсацию, улучшить свое состояние. И вот люди приходили с работы, начинали все это выливать. И, конечно, там о хорошем настроении и речи не было. Все это было скорее в негативную сторону. И вот мои же родители, которые, собственно, ничем не отличались от любых других родителей, приехав в Америку, и я с ними не виделась где-то года, наверное, полтора, может быть, два даже. Вот. Я вдруг обнаружила, что совершенно другие люди. Они прошли через иммиграцию в Италии, потом они оказались в Америке. Совершенно другие люди, они улыбаются, они стали намного терпимее. То есть я в разговоре с ними понимаю, что те темы, на которые я с ними разговаривала, если бы эта тема возникла в прежней жизни в Советском Союзе, то она бы вызвала какую-то негативную реакцию с их стороны. А здесь они говорят, ну что ж, ну хорошо, ну да, замечательно, двигайся вперед и все. То есть получается такая интересная штука, что вот эта атмосфера общей доброжелательности среди людей и общей улыбчивости, она влияет в целом на наше отношение к жизни и на наше настроение, и на то, как мы реагируем на разные события. Поэтому мне кажется, что очень важно, когда мы говорим, в частности, о воспитании детей, обращаться к ним с улыбкой. Во-первых, ребенок, если к нему обращено лицо с улыбкой, даже если он сделал там что-то не совсем потребное, да, как только вы улыбнетесь, да, у вас первая мысль будет, убил бы. Вот что он там натворил, убил бы. Но если вы в этот момент заставите себя улыбнуться, у вас эта злость и раздражение моментально исчезнут. И уже будет желание разобраться, а что же ребенок натворил, настолько это было критично или нет, и что происходит, и может быть ничего он такого драматичного-то не сделал, если первые эмоции убрать. Вот, поэтому улыбка вот такой интересный инструмент, и что там рассуждать о том, что она фальшивая или нет, если она работает. Я помню, что, ну, опять, это же элемент культуры еще тоже. Здесь все друг другу улыбаются, начиная со школьного возраста или там детсадовского возраста. Как только попадает в какой-то коллектив, ребенок усваивает эту привычку доброжелательного отношения к миру и улыбки. В русской культуре этого не было. Сейчас не могу сказать, не знаю, очень давно мы там не были. Вот, но
Даже натянутые улыбки, даже улыбки неискренние, они все равно имеют смысл, и они все равно меняют человека постепенно. Не произойдет все за один раз. Один раз человек улыбнулся, сказал, ну вот я сегодня уже улыбнулся, у меня уже все должно быть теперь хорошо, и все мне теперь должны так же хорошо ко мне относиться. Оно так не получается. Оно получается постепенно, когда все вокруг перенимают вот эту манеру доброжелательной улыбки. Это помогает и в семейных отношениях, если вы чем-то недовольны, недовольны своим супругом или, наоборот, супругой, раздражены, то вместо высказывания претензий попробуйте улыбнуться. Во-первых, вы в ответ получите меньше агрессии, вы получите больше понимания, и вы сможете все проблемы обсудить более спокойно. И, конечно, как я уже сказала, к детям это относится в первую очередь. Улыбка меняет мир. Улыбка меняет мир, и, наверное, постепенно это придет и в страны, в которых исторически ее не было, где она не являлась фактором жизни. Это не важно, откуда она приходит. Важно, что тенденция общая к благожелательному и доброжелательному отношению друг к другу, оно имеет место, и люди начинают лучше относиться друг к другу. У них вот эта агрессивность внутренняя по отношению друг к другу проходит. Поэтому, что же, мне хочется закончить тем, что улыбнитесь, и мир улыбнется вам в ответ, и это правда. И не надо рассуждать о том, что улыбки фальшивые, поэтому, а мы такие честные, что мы не хотим улыбаться фальшивыми улыбками, и мы лучше будем друг на друга скалиться и с недовольством смотреть из-под лобья, чем, пускай не настоящей улыбкой, но улыбнуться друг другу. Ну вот, я призываю всех улыбнуться друг другу, и давайте будем улыбаться и сделаем наш мир еще лучше, еще красивее, еще веселее. Спасибо, пока-пока.